Христа очищает нас от всех грехов. Аминь. Аминь. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всех грехов, от всех глупостей, от всей тупости, от всего того, что было неправильно в прошлом и в настоящем. От надменности, от гордости, от неправильных слов, которых у нас могут быть тысячи. Потому что даже Яков сказал, что мы учителям много грешим. От всего того, что где-то внутри мы понимаем нелепо, неправильно. И дай Бог нам всегда просить прощения за это. Но даже если мы где-то не смогли, не успели, не поняли, Господь, ты прости нас, пускай твоя кровь омоет нашу душу. Аминь. Пускай это происходит, как и происходило. Мы хотим, чтобы наша душа нам была чиста. Чтобы мы чувствовали внутри себя и понимали, что мы прощенные люди. Аминь. Аминь. Прощенному другое дело, быть хорошо. Итак, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, нашего Господа, нашего Спасителя и нашего друга, она очищает нас от всех грехов. Аминь. Хорошо. Ну и сегодня я, может быть, даже начну с того, что, на мой взгляд, является, может быть, очень важным. Сегодня мы хотим благословить Рубена и Ирину на служение, на отдельное служение церкви Живой Израиль. То есть это будет отдельное служение, отдельная церковь, в которой Рубен будет пастором, и которым будет собрание. И мы хотим, чтобы эта церковь, она посвятала это видение, которое, ну, те пожелания, которые мы хотим, мы еще попозже скажем. Давайте мы просто благословим это. Вопрос, почему? Вы знаете, мы не всегда можем найти достаточно точный и правильный ответ. Потом мы узнаем, почему. Почему так получается, что одна веточка там растет, другая веточка там растет. Но, по всей видимости, то, что сегодня внутри Рубена есть, оно нуждается просто в том, чтобы выйти это наружу и дать тот плод, который Бог предназначил для этого. В природе вещей такое есть. Нужна новая церковь. Рубен хочет ее сделать. И мы хотим благословить его, чтобы она была, чтобы она стала. И Рубен, будете, мы благословим вас и помолимся за вас, чтобы давайте поднимемся. Аминь.